Они хотят видеть город не таким бездомным, бесхозным, как они сами. Сам дворником работал. Когда в 6 утра встаешь, идешь на работу, и надо за всеми, за этими людьми убраться. То есть уже понимаешь вот это, ну, суть. По-моему, это впервые такое. Ну, по крайней мере, в ближайшие годы такого подобного нет. Проявили люди такую инициативу. Мы им очень благодарны.